Всем привет! Сегодня в нашем обзоре Casio G-Shock с номером GST-W100G1B. Перед распаковкой напоминаю, что любые часы с наших обзоров вы можете приобрести, перейдя по ссылке под видео. А если вы введете промокод «Обзор времени», то вы получите еще и приятную скидку. В нашей коробке мы сверху сразу же видим официальную гарантию от Casio. Заполняется она непосредственно при оформлении заказа. Дальше гарантия международная, русскоязычная инструкция и инструкция потолще на разных языках, где русского, к сожалению, нету. Дальше открываем коробку и достаем металлическую банку. В серии GST банки у нас вот такого серого цвета, и они немного выше по размерам. Ее мы открываем, находим наш пакетик с часами. Достаем часы и видим дырочку с номером модели и с номером модуля часов. Данная модель у нас полностью черного цвета. Здесь у нас черный ремешок, безель и корпус. Единственное, что не черное, это у нас застежка и кнопки на данных часах. По материалам здесь ремешок из пластика, застежка и кнопки у нас из нержавеющей стали. Из такого же материала сделан корпус, ну а безель у нас из пластика. Также у нас наш циферблат защищает минеральное стекло, а задняя крышка держится на 4 винтах. Функционал у данной модели самый оптимальный, и состоит он из мирового времени, секундомера, таймера и 5 независимых будильников. Дальше здесь у нас есть солнечная батарейка, режим сохранения энергии и радиокоррекция времени, и также есть функция отвода стрелок. Чтобы посмотреть время последней радиосинхронизации, нажимаем на правую нижнюю клавишу, и в левом окошке у нас отобразится число и время последнего действия. Чтобы провести радиокоррекцию, то зажимаем и держим правую нижнюю клавишу и оставляем часы в неподвижном режиме на некоторое время, после чего они либо синхронизируются, либо нет. Как это сделать правильно, читайте в инструкции. Функция отвода стрелок понадобится вам в том случае, если стрелки загромождают наши ЖК области, а вам необходимо считать с них информацию. И чтобы включить эту функцию, зажимаем и держим левую клавишу до появления сигнала и надписи «Hand». После чего мы кнопку отпускаем, и стрелки переводятся вот в следующее положение, без 5:11. Чтобы выйти из этого режима, просто нажимаем и держим опять эту же кнопку, после чего стрелки возвращаются в первоначальное положение. У данной модели есть отличная светодиодная подсветка, а также есть светомасса на стрелках. Сама подсветка выбивает белым диодом снизу и высвечивается у нас отдельно как ЖК области, так и сам аналоговый циферблат, поэтому за подсветку точно не переживайте. Водонепроницаемость данной модели ограничивается 20 барами, это значит, что с этими часами вы сможете не только плавать, но и погружаться на большие глубины. И сейчас давайте покажу, как эти часы смотрятся на руке. Ремешок здесь очень удобный, поэтому застегивается он тоже очень быстро. И вот так это все выглядит. Часы мне очень нравятся по своей цветовой гамме, поэтому если они нравятся и вам, то переходи по ссылке под видео, вводи промокод «Обзор времени» и получай эти часы по самой лучшей цене. А если вам понравился сегодняшний обзор, то ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на мой канал. Пока!